прибором пробил, шпаклевки нету нигде. В общем, но машина полный перекрас. Здесь сколы краски немного есть. Потом, блин, что она не фокусируется нормально. Чуть-чуть и здесь рыжики. Внизу вот такая дверь. Ну, в салоне чисто, аккуратно, все хорошо в салоне, сидушки чуть-чуть там имеют. Блин, сейчас покажу. Ну, тут, ну, это у них болезнь у всех, тут продавливается этот дермантин. И нужно менять эту вставку на кожаную. Ручка чуть-чуть протертая. Руль, в принципе, плюс-минус. Так. По аркам. Вот здесь у нас есть такая беда, но не дырки, не сквозная коррозия, а понапухала. Вот. Ну, типа почухать можно, что-то, я думаю, сделать. Ну, выглядит так. Ну, короче, машина полный перекрас. Здесь имеется маленькая штучка. И здесь, с этой стороны, по аркам тоже ситуация вот есть такая. Есть прочес, здесь легенький. Но так, в принципе, арки не дырявые, просто крашеные. И вот тут вот такие волдыри. Здесь идет царапина через обе двери и заходит на крыло. И вот такая тема у нас. Бампер тоже чуть-чуть треснувший. Короче, такой боец. Боевой Opel. Сейчас открою капот, посмотрю. Педали тут уже подзатертые. Пробег 300 тысяч, да? 300 тысяч у него уже пробег. Ну, тут нормально, в принципе, все. Но масло дофига. Слегка. Слегка я вижу, что уровень тут почему-то ого-го. Вот такой вот уровень масла почему-то. А? С тормоза? Так, Kia Ceed.
Так, шипованная резина. Хорошая шипованная резина, но своим ходом она не поедет. Ее нужно переобувать, либо же вести на траре. Потому что поляки не дадут ехать. Короче, что мы здесь видим? Короче, пробежался я по всей машине. Присутствуют вот такие вот мелкие сколы лака по всей машине. Вот типа такого вот шелушение такое. Привет, привет. А ты мне звонил, да? Да, я тебе звонил, вот это вот из Горлявы ты мне смс-ку написал. А, хорошо. А там еще этот, у тебя Зефира где-то там. Да, Зефира, там Ретова такой висит, да, есть. И вот это тоже продается? Да. Ну, я сейчас все сниму. Там бы я... Короче, пороги, ну, у них у всех тут чуть-чуть. Немного ржавая. Ну, в принципе, он живой весь. Он не трухлявый. Как бы тут тоже есть такие вот моменты. Но все это надо будет все равно передувать. Короче, вот такие вот. Вот мелкое вот это шелушение. Все. Все оно тут есть. Но, в принципе, все нормально. Надо будет все заново передувать, короче. Что еще? Блять. Ну тут, короче, крышка, ну понятно, финка она, блядь, как и предполагалось, что финки они, ну как для финки еще нормально выглядит. Что еще тут у нас есть, блядь? Так, ну резина нормальная. Ну, короче, надо будет под лак ее все равно всю пускать и вот это вот подкрашивать. А так все живое. Вот эти целки еще есть здесь. Короче, по прибору элементы не крашены, но они все вот имеют такие вот легкие вот такого рода яму. Короче, вот такая есть примятость. Здесь есть на капоте тоже примятость. По стеклам, все стекла 2008 года стекла. Вот это стекло 2005 года. Все 2008 и форточки 2007. Ну, в принципе, соответствует, а лабаш. Это хуйня. Все. Внутри автомобиль замученный немножко. Такой он руль. Руль видно, что так закрутился немножко, забегался. Короче, такая вот машина. Ну, в принципе. Так. А, есть еще комплект колес есть внутри. В принципе, можно ее переобуть и поехать. Точно. Можно даже своим ходом ехать. Переобуться в лето. Зиму в карман и поехать в багажник, вернее. Вот такая вот еще есть Kia Ceed. Седьмого года есть. Ну, они все финские машины. Они тупо все уставшие по кузову. И по салону тоже. Там никто с этим не заморачивается. Вот так вот все выглядит. 2200 хочет за эту Ceed. А, это еще не собрал? Ну, два есть на Литве. А, два дня назад пришла машина, но еще ее пока не собрали. О.
та же самая байда, вот финская машина, она ржавается. А Зафиру где можно посмотреть, где она там стоит?